Ну, вот и дошла у меня очередь до перчиков. Пора, а то они здесь уже не растут, им мало места. Не пожалела, он высыпала. Но вот эти, кстати, гораздо... Это красные. Красные из пятерочки, перчик. А желтый был очень вкусный, но его как-то вот так много не взошло. Ну, и попозже он стал вылезать. Но, тем не менее, мне хватит. Мне надо 10 таких, 10 таких. И достаточно. Что с этими красавцами? Бычье сердце, конечно, молодцы. Я не знаю, это мои любимчики. Они, ну, красавцы, вот красавцы. Никаких проблем с ними. Все время... Вы знаете, один раз я просто хочу сказать, как-то бычье сердце, вот ряд был бычьего сердца, а второй ряд был другой сорт помидор. И вы не поверите, они друг от друга отстранились. То есть бычье сердце в одну сторону, а другой сорт в другую сторону. И я еще тогда подумала, неужели они понимают, то есть свой чужой. Мне это удивило. Вот просто удивило. Ведь, по идее, все должны стремиться в одну сторону, к солнышку, вот как сейчас. То есть все-все-все в одну сторону. А получилось так, что сидели в одной плошке, не вот так, как сейчас, вот, да, вот они, а все в одной вот, вот в таком вот корытце, засыпанном, ну, в поддоне, засыпанном землей. И не по ячейкам, а прямо полностью землей, и сидели вот так в два ряда. Один ряд туда, другой сюда. Прям как будто вот они, ну, друг другу не нравились и пытались вот отстраниться. Интересно, я вот первый раз так с таким встретилась. Ну, вот сейчас они сидят вместе, бычье сердце, а тут уже другие пошли. Ну, и сидят каждый отдельно в своей ячеечке. Вот этот крепыш такой хорошенький, хочу посмотреть, что это. Черный принц, да, он действительно не, особо неприхотлив, тоже так же, как и бычье сердце. Но единственное, у меня последние года два он шел, ну, как сказать, жировал. Я его упускала в три, в четыре, там, я не знаю, уже, ну, в три, наверное, ствола, но жировал. Такой ствол был, я не знаю. Ну, как-то вот именно то ли место такое, где я его сажала, то ли что, в этот раз посажу в другое место и посмотрю, как он будет себя вести. А то что-то мне не нравится. А что еще? Герман. Огурчики Герман. Помните, я говорила, что в воскресенье вечером я их посадила. Сегодня среда, то есть 24-е, сегодня 27-е. Все, вот, пожалуйста, первый. Первый есть, другие еще пока нет. Но я, видно, и глубоковато посадила. Но факт тот, что в том году у меня на второй день они взошли, вот этот раз на третий. Замечательно взошли. Уже есть первый всход, это хорошо. Герман, шикарные огурчики. Кстати, я не пасынковала, ничего не делала. И как-то мне, знаете, не требовалось это. Никаких пасынков, никаких обрезаний там этих усов и всего остального. Ничего такого не было. Как росли, так и росли. Вообще беспроблемно. Вот как на картиночке, такие они и есть. Очень вкусные огурцы. Я считаю, что это просто идеал. Родничок и вот Герман. По вкусу, я имею в виду. И по форме, и по вкусу, и по всем остальным. Почему Герман сажаю? Потому что сейчас где я пчел возьму? Рано-рано, да? Так, ну а вот этих товарищей я буду сейчас пересаживать. Пересажу. Смотрите, какой необычный. У меня вот уже в том году такой один был. Ну, какой-то вот, как сказать, чтобы его не обидеть. Ты не обидишься, если я скажу, что ты немножечко не такой, как все. Но я их не трогаю, потому что пазуху вот есть, из пазуха что-нибудь да вырастет. Если не в этот раз, то в следующий. Поэтому ничего не выбрасываю, посмотрим, что из него вырастет. В том году, по-моему, что-то выросло и все нормально росло. Поэтому в этом году не будем выбрасывать. Сейчас пойдем посмотрим, что на том окошке. Сейчас у меня термометр показывает 10 градусов. Периодически я все время открываю, проветриваю окна, поэтому они свое такое закаливание проходит у них своеобразное. Это вот Вероничка ультраранний, этот помидорчик. И смотрю, все-таки вот
Видите, следы ожогов на листьях есть. Все-таки не любят они, когда оставляешь постоянно лампу и не выключаешь ее, даже если на маленький-маленький свет. Потому что это не первый, на том окошке я тоже видела, что вот следы есть. Поэтому, ну вот не знаю, наверное, все-таки им тоже нужен отдых от света. Хотя я на самый маленький огонек включала. Почему меня я разочаровалась в той лампе? В прошлом году покупала две. Я просто 2 раза забыла выключить на ночь и сожгла все листья. Ну, они, конечно, потом еще пошли расти, но тем не менее. Вид у них был не очень. И вот тут тоже чуть-чуть есть следы. То есть не нравится. Не буду больше включать. Пусть растут, как растут. Пусть лучше перерастают, чем их мучить. Вот эта вот янтарная рыбка, я показывала, что-то ему не нравится. Хотя уже не поливаю, он не политый стоит. Земля сухая. Присухая, может быть, как раз это и не нравится. Здесь все уже высохло, надо поливать. То, что не боишься перелить, так как вот из-за этих вот товарищей я испугалась, что, может, я их перелила. Но на самом деле, я думаю, что нет, не из-за этого. Тут перелить это тяжело, как бы он все сухое стоит, полностью высохло. Абсолютно сухое. Надо все поливать. Ну, вот этот, может быть, еще не надо. А тебе надо. Ну, это же не земля, это смесь торфа еще с чем-то. Ну, вот так вот. Ладно, сейчас перцами займусь, потом эти будем поливать. Удалось мне пересадить только 9 штучек красненьких. Но это не потому, что я заленилась дальше делать, а потому что земля кончилась. Вот и все. Теперь вот куплю землю тогда. Это уже 2 пакета по 25 литров израсходовала на рассаду. Но стоит она рублей, по-моему, 500. Ну ладно. Теперь надо будет еще покупать. Но этого мешка третьего мне уже хватит и на все остальное. На арбузики, на дыньки. Еще и останется. Ладно.